Кубизів продовжує розповідати про види поплавочних снастей, а саме про штекерне вудилище та його оснащення. Значить, подробно. Це вудилище нове, воно ще не обрізане. Зараз ми обріжемо хлистики, вставимо туди втулки, резину, оснастимо це вудилище. Ну, все подробно розкажемо про оснащення нового вудилища, штекерного нового вудилища. Так, всередині вудилища секції знаходяться. Но нас интересует последняя секция, это кончик. Вот он. Значит, на кончик удилища ставится втулка. Значит, втулку выбирают под диаметр резины. Резина, амортизационная резина, ставится в середину штекера, амортизирует рывки рыбы. Значит, резина у нас диаметром 1,85, значит, втулку надо выбирать обязательно диаметром больше, вот, от 3 до 6 единиц. То есть, если, допустим, резина 1,85, значит, втулку мы поставим 2,3. Втулки бывают внешние и бывают втулки наружные. Это очень маленькая такая, вот эта внешняя втулочка. Она снаружи надевается. Но я их не использую, эти втулки, потому что получается, что резина блокируется, и опять же резина не выходит из штекера. То есть вся нагрузка при поклевке рыбы идет на штекер, а не на резину. Вот такая вот маленькая втулочка. Она сделана из тефлона. Это такой мягкий фторопласт, он не травмирует резину, она не перетирается. Берем кончик удилища, прикладываем приблизительно, находим место, сопоставимое по диаметру, внутреннему посадочному диаметру с втулкой и толщиной кончика. Так, по кругу небольшую прорезь сделаем. И надламываем этот кончик. Все. Ну вот, у нас село. Теперь берем кит и оснастим его резиной. Значит, резину. Резину можно оснащать в несколько китов. То есть там в два кита, в три кита, в зависимости от глубины ловли и рыбы, которую вы ловите. Вот нам, допустим, нужно оснастить вот в этой секции, поставить вот эту заглушечку. Видно, что она не входит. Ее можно обрезать, сделать меньшего диаметра, и как раз она туда войдет и зафиксирует нашу резинку. Програма виходить за підтримки фірми «Флагман».Катушка «Флагман» сенсор «Матч 3000». Катушка бюджетного класса, двойная ручка. Наличие двух шпуль, одна металлическая, вторая в пластике. Отличный, приятный, мягкий ход. Передаточное число 5 к 1. Вес катушки 310 грамм. И выматывание за один оборот лески 70 сантиметров. Данная катушка подойдет как для матчевой, так и к баллонской ловле. И можно не упускать момент поставить эту катушечку на легкий фидер, либо пикер. Катушка себя хорошо зарекомендовала, достаточно надежно, отличный задний тормоз, очень мягкий и длинный, что позволит использовать тонкие поводочные лески. Количество подшипников данной катушки 3+1. В ролике стоит втулочка, хотя размещение втулки в данном ролике не сильно влияет на укладку лески на шпуле. Оптимальный диаметр использования основных лесок для данной катушки от 0,14 мм до 0,25. Удобная двуручная система всегда позволит вам своевременно сделать подсечку.
Вот нам, допустим, нужно оснастить вот в этой секции, поставить вот эту заглушечку. Видно, что она не входит. Ее можно обрезать, сделать меньшего диаметра. И как раз она туда войдет и зафиксирует нашу резинку. А можно, допустим, в третьем колене. Но тут. Вот как раз она сюда подходит. Но для, вот если мы ее сейчас сюда поставим, то потом ее трудно будет оттуда достать. Поэтому, вот допустим, фирма Stomfa уже со шнурком продает свои такие заглушечки. Но мы возьмем и привяжем сюда кусочек лески. Вот тут в конце этой заглушки есть отверстие, туда продеваем леску и просто банально вот так вот на петлю завязываем. Отрезаем там метр лески. Все, теперь мы сможем ее достать. Хлыстики очень тонкие. Резина впритык, то очень тяжело резину вставить. И для этого существует специальное приспособление. Протяжка для резины, фирма Stomfa. Многие фирмы ее выпускают. Вот такая протяжечка для резины. Вставляем сюда эту протяжечку. Тут петелька, в петельку заправляем кончик резины. Ставим сюда коннектор. Коннектор подобный для коннектора, как на маховой удочке мы вклеивали. Вот фирма Stomfa, есть других фирм. Сейчас я покажу, как крепится к резине коннектор этот. Потянули все заново теперь. Попереду ще багато цікавого.